внести разнообразие в ваше ежедневное меню, предлагаю этим чудесным рецептом. Сделанная своими руками лапша в сочетании с отварной курочкой – это действительно очень вкусно, сытно и совсем не сложно. Это универсальный рецепт, ведь можно подавать к столу как в качестве густого супа, так в качестве полноценного блюда на обед или ужин. Например, благодаря пошаговым фотографиям и инструкциям с процессом справится даже новичок на кухне. Итак, давайте разберемся, как приготовить домашнюю лапшу с курицей. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Для начала займемся тестом. В глубокую мисочку просейте муку, в стакан вбейте яйцо, добавьте половину чайной ложки соли и влейте воду, получится примерно треть стакана, взбейте вилкой и влейте в муку, перемешайте до однородности. 2. Тесто скатайте в шарик и уберите на часик в холодильник. 3. Грудку вымойте, выложите в кастрюлю с водой, посолите и варите на среднем огне до мягкости. 4. Тесто разделите на 4-5 частей, каждую тонко раскатайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. На сухой сковороде обжарьте лепешки с двух сторон буквально по 30 секунд. 6. После можно нарезать крупными кусочками. 7. И тоненькими полосочками. 8. Все. Домашняя лапша готова. 9. Готовую курицу достаньте из бульона, остудите немного и разберите. Бульон процедите и отправьте обратно измельченную курочку. 10. На сковороде с растительным маслом обжарьте морковь. 11. И выложите в кастрюлю. 12. Следом выложите лапшу. 13. Добавьте измельченную зелень, лавровый лист, доведите до кипения и сразу же снимите с огня, оставьте под крышкой минут на 10 перед подачей. 14. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриная грудка, 1 штука, на кости. Морковь, 1 штука. Яйцо, 1 штука. Лавровый лист, 2-3 штук. Соль, 2 чайных ложки. Растительное масло, 3 чайных ложки. Мука, 1 стакан. Зелень, по вкусу. Вода, 1/4 стакана, примерно. Количество порций, 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Заходите снова.